Хейо, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем пройти игру под названием Bioshock Infinity. Так, как в прошлый раз вы помните, мы зашли в зал героев. Так, что мы еще тогда с вами собрали? И мне бы какой-то найти предмет, который будет увеличивать подбираемые мною предметы. Ладно. О, там улучшение есть оружие. Так, а что у нас вообще? Пистолет и снайперка, да? Короче, эти мы не будем улучшать. Вот снайперку я возьму. Скорее бы завалиться в кровать. Манай, два выстрела в голову, вы что гоните? Я понимаю, что это необычные враги, но все-таки. Когда мы сделаем свое дело, они назовут нас убийцами. Корнелий Слейд, быстрый левый хук гласа народа. Мы заменим одну ложь на другую. Да будет по слову нашему. Я с этой Фицрой в одной упряжке и поневоле. Навряд ли все те, кто вонзил ножи в Цезаря, в мирное время преломляли хлеб друг с другом. Когда Комстока не станет, деяния моих людей будут освящены, и ребята возьмут свою долю. Мне до этого можно и не доживать. Так, окей, давайте улучшим снайперку, если можно. Нельзя. Для меня вот это нужно сначала скупить. Давайте для обоймы гранатомета не буду. Это еще более-менее можно. Так, погнали, Элизабет. А, подожди, а там... Блин... О, чё так темно? У меня только пистолет, ладно. В рукопашку будем биться. Пророк наш отец Комсток. Командир 7-го кавалерийского полка. 7-м полком командовал не он. Чёрт, я его вообще там не помню. Капрал Дэвид в тот день проявил себя на поле брани. О чём это он? Слейд! Это ты? Ты ведь всегда был другим, Букер, ведь так? Ты не искал славы. Слушай, я вижу, у вас тут заварушка. Мы просто хотим попасть туда, где хранится шок Жакей. Мы сразу... Этот жестянщик Комсток хочет убить моих парней. Но мы не умрем от его руки. Сейчас что-то будет. Нам осталось лишь выбрать, как мы умрем. От рук настоящего солдата или жестянки? Мужик! Видишь, Букер, ты убийца! Нравится тебе это просто или нет? Просто отдай нам шок, Жакей. Если хочешь энергетик, Букер, ты дашь моим солдатам умереть достойно. Они ждут у Вунды Тни и в Пекине. Ага. Я понял, нам туда. Ну, погнали туда, сюда тогда. Снайперку я пока придержу. Где
деньги нам нужны по-любому. Блин, мне бы снайперку найти. О, неплохо. Блин, я не знаю, может мне это все-таки купить? Улучшение для этого. Типа ХП прокачивать. Хотя, если стамина будет молния... Да, видите, мне уже лучше. По половинке. Ладно, плохо. Так, ну тут, в принципе, больше ничего нету. Шо? Сейф, там был сказано сейф. А, он уже обычен. Ну ладно, тогда нам только сюда. Я попробую снабжать тебя бинтами и патронами, но... Я не всегда могу найти, что нужно. Это я понял. Так, теперь у нас выбор. Битва при Wounded Knee, либо боксерское восстание. Снайпер. Только 27 пули, все! А чё так мало? 27 только пуль. Это очень мало. Так, короче. Блин, ну тут прикольно выглядит, а здесь такой снег. Давайте сюда. Это боксерское восстание. Что там случилось? В Пекине я и мои солдаты спалили весь город. Конечно, Комсток излагает эту историю иначе. Вау. Ну, блин, ну прикольно все равно, как бы то ни было. Вот так как-то возьму. Ботинки закон Ньютона. Прыжок с аэротрассы разбрасывает противников. А, ну, фигня. Тихо-тихо. Карабин мне не нужен. Хотя вместо пистолета можно взять карабин с одной стороны. Но все равно, там, мне кажется, и там нужно... Покажись! И там нужно по две пули. Ну смотрите, как сделано охеренно. Атмосферная локация. А, и все? А, нет. Коварен взгляд раскосых глаз. Они обманывали нас. Но наш пророк, их ложь презрев, святой на них обрушил гнев. Неплохо. Слишком похоже на там, где будет норм атака, норм брат. Я читала про это. Комсток повел колумбийцев на Пекин и... Комстока там не было! Боксеры оставили меня без глаза и трех десятков друзей! И хоть кто-нибудь помнит об этой жертве! Не жалейте сил! Пожарник, Букер! Так, подожди, вот это как раз я понял, мне нужно... Подожди, а где мне... Во.
Казарского пекла! Я не вижу. Дерись как мужик. Видите, юная мисс, вот тот, кем Комсток хотел бы быть, настоящим солдатом. Не вынуждай меня, Слейд, просто отдай мне. Да. После того, как ты сделаешь то же для меня, ты найдешь меня среди заклинателей духа. Среди заклинателей? Он про Вунда Дни. Хочет, чтобы мы перешли в другой зал. Слышишь, как идут жестянки Комстока, чтобы заткнуть нам рты? Это мы истинные патриоты, но нам нет места в их учебниках истории. Из робота-отмычков было неплохо. Вон как. Пророк наш отец Комсток, командир 7-го кавалерийского. Но все равно нужно искать зелье для улучшения нашего персонажа. Бля, у меня присесть и атака, блин, я путаю эти кнопки. Ну слушайте, мы убили его, считайте, со скольки? С 2 выстрелов. Вот и все. Что и требовало. Этот жестянщик присвоил себе подвиги настоящих солдат. А ваш спутник, юная мисс, покрыл себя славой 29 декабря 1890 года. О чем это? Тебе лучше не знать. Что это? А, гранатомет. Так, рубашка, глицериновый жилет увеличивает радиус поражения осколками при взрыве. Но это гранатомет, если использовать. Ну видите, типа урон на одеть костюм, который наносит урон, и все идеально. А это индейцы, которые снимали. Или нет? Или это Майя? Воздев топоры, среди мертвецов танцевали они. Но наши солдаты разбили врага, и кровь дикарей обогрила снега. Ты был там, у Вунда Дни. Я вижу по лицу. Расскажи ей, Букер, как мы шли по полю боя, подобно спартанцам. Крики у меня до сих пор в ушах стоят. Интересно, слышит ли их Комсток? Вот солдат, о котором я рассказывал. Тот, кем притворяется Комсток.
все, что ты можешь? Достойно. Я не просил об этом. Эти люди мне ничего не сделали. Герои не просят. Я не говорил, что я герой. Тогда кто ты? Если выбросить все части Букера Девита, которые ты хотел стереть, что останется? Вернись в Радонну. Уже почти все. А что это он? Что ты хотел стереть? Теперь, выбравшись на волю, ты видишь, что у сидения в клетке есть свои плюсы. Я должна иметь право выбора, мистер Дубин. Чего бы это ни стоило. Да? А если однажды ты поймешь, что тебе не нравится твой выбор? Так. А не, это аппарат. Ладно. Блин, в натуре вот играть на среднем уровне сложности. Творяли ты Комсток, что хочешь, но в моде она толк знала. Ты видел, что Комсток сделал с моей историей. А теперь посмотри, как он переписал свою. О, музыка с авторскими правами. Ну, мне все равно на авторские права. Всего неделю семя пророка было в утробе нашей леди. У Комстока был ребенок. В книгах нет совсем ничего об этом. Вряд ли о нем просто забыли. Думаю, это не случайно. Дитя было больно, и леди молилась о его здоровье день и ночь. Ну, погнали, Лизабет, дальше. О, я буду здесь отстреливаться, да? Это моя башня. Узрите! Дейзи Фицрой убила мою любимую! На ребенка я не отдам! Пророчество сбудется! Семя пророка взойдет на трон и пламенем омоет людские горы. Дочь Комстока. Нет, не может быть. Нет. Он хочет, чтобы ты пошла по его стопам. А я, допустим, хочу щенка. И что с того? Синяя, красная. Ну, идемте далее. А, типа... А, мне сюда по-любому идти. Элизабет! Леди Комсток зверски убила анархисткой Дейзи Фицрой. А, так она убита. Шока, а вот плюс то, что урон носит. Тем, кто любил меня, я всегда была щедрой. Никогда не отказывала им в боли, охотно шла на предательство. И когда я сожгла сердца всех тех, кто любил меня, пророк сказал: «Что бы ты ни делала, я прощу тебя. Ибо Господь дал мне взор, а в его глазах
даже ты обретешь любовь. Окей. Мне просто кажется, здесь уже скоро начнется драка. Отомщение Комстоком. Пророк, карающий меч, обрушил гнев свой на голову Дейзи Фицрой и на глаз народа. Он и поныне неступно преследует их. Как будто реально да лава. Монача, что такая здоровая Лока? Мне это ты не нравится. Ты слишком большой, а вот я пролезу. Мне это очень не нравится. Я разведаю, что там. Посмотрю, можно ли пройти. Смотри. Фу, блин. Это? Разрыв. Я могу такие делать. Грузовой крюк. Очень кстати. Да, это же исполнение желаний. А, то есть... Ладно. Понадобится крюк, только скажи. Давай. Давай. Есть! Кажется, их там много. Когда я нервничаю, сразу появляются разрывы. Букер, видишь там разрывы? Мы используем их против людей Слейта. Этот разрыв откроет путь наверх. А в этом мы получим турель. И укрытие. Но они, по сути, ко мне и так не смогут залезть, так ведь? Этот! С пушкой! В смысле? Там вертолетчики. Убей меня, если сможешь. Выкормыш Комстока умеет удивлять. Ты хоть понимаешь, чем имеешь дело? А, так они могли ко мне? Довольно, Слейт. Нам нужен энергетик, чтобы убраться с Колумбии. Мы заберем его так или иначе. Слейт! Найс, короче, да, укрытие. Челик с гранатомета не умер от одного выстрела в голову. Ништяк. Я буду здесь. Хорошо. Что это за звуки? Я хочу просто Я понял, сюда нельзя пройти, думаю, что за бред. Да? А, это Элли зовут. Так, ну позабирай тогда все, что можно забрать. Так, это масло типа мог поджечь. Да, но внутрь. Где гранты? А, вот он был, блин, а трупа не осталось. Балдеж, слушайте. Пятьдесят оф тайм. А, он сломатый. Ладненько. Мне бы пули на снайперку. Ищи, где тут энергетик Шок-Жокей. Ваша личная электричка ждет вас. Блин, купить, ладно.
Подержи у себя. О, халявные деньги. Благодарю. Агнец. Залог будущего для нашего города. Искры в бутылке. Семи Прокура наблюдает за нами с островом монументов. Когда она увидит нам себя, проявит нам себя. Только Великий Пророк не знает. А, только Великий Пророк это знает. Не знает, все, конец. Зевса гложет зависть. Зрите чудесное дитя. Пророчество сбылось. Всего 7 дней семья пророк пробыла в утробе леди и родила чудесное дитя. Леди Космоток, мать, достойна этого чуда. В ее маленьких руках наше большое будущее. Нет. Вот кем Комсток хочет нас сделать! Механизмы вместо мозгов и сердец! Букер! Ох ты ж ё-моё! Хоть судит, я действую! Понимаешь, Букер? Стоп, я понял. Короче, зачем мне ворота прыжки, если я лучше поставлю себе грозомехаников, и оно будет... Может, ты остался стоять. Прежним? Может и нет. Не суть. Комсток забрал наши жизни, выскреб души! Сейчас, подождите, я хочу... Точно примериться. По прыжкам мне будет удобно. И он идет за мной. Короче, да, ставим на механиков. Это имбовая вещь. Да и все. Когда меня не станет, останется только ложь. Отдай то, зачем мы пришли. Е-мое. Это шимба-имбой. Так, соли. Мне нужен электрический шокет, чтобы станить таких вот врагов. Элизабет. Попробую. А нам туда по-любому идти. А хотя отмычек нам не предлагают, а если бы у них не было? А, она бы по сюжету, по сути, бы его и нашла бы отмычку сама. Так, в принципе, там и находится то, что нам надо. Лизбет, найди, пожалуйста, отмычку. У меня было их 5. Тут все вверх дном перевернуто. И никакого шок-жокея нет. Может, их забрал Слейд? Смотри. Что? Это? Слейд. Он здесь. Ну, робот повернулся, значит, он где-то здесь. Так, аптечки чисто. Я понял. Ладно, пули есть. Энергетик! Чудо-формула Бинга! Если что, сюда придем, но нужна отмычка будет.
Может, поискать где-то еще отмычку, я не знаю. Что это? Это Комсток. Явился за Слейтом. Это Слейт сражался за свою страну при Вундетни. Это Слейт брал штурмом ворота Пекина. Слейт! Слейт! Комсток идет, Букер. Но наших жизней ему мало. Он не успокоится, пока не превратит нас в жестянок. Но мы ему не дадим. Он забрал мое прошлое, но больше ничего не получит. Давай не будем, а? Просто отдай энергетик. Вперед, бойцы! Умрите, как солдаты! А, замечу, что тут не сдох от взрыва. Да, блин, твой водитель по мне попадает. В смысле? Ты не Букер, Дэвид, которого я помню. Ты жестянка! В смысле у него фулл ХП? Огонь очищаем! Спасибо. О, ништяк. Это все, на что ты способен? Ну же, Дэвид! Не разочаруй ребят! Да сколько их будет? Может, давай я с тобой уже сражусь? За славу Колумбии! Берись, как мужик! А, ну они попадали, все значит. Мне снайперка ваншотит нормально. Давай, Дэвид! Забирай! Покажи, есть. Что умеешь! Давай. А ты надоел накидывать, я все равно здесь сидеть буду. Хотя не туда, оттуда вылазит. И? Нафига, куда я зашел? А я сюда вообще мог бы зайти? Ну я чисто спрыгну вниз, чтобы собрать медикаменты. Эреса.
Так, мне бы отмычку найти на самом деле. Было бы очень неплохо. Ясно. Так, я не знаю, сходить ли назад. Под взрывника, точняк, стоять. И робот был. Вдвойне точняк. Где их не тела? Так, я их убивал здесь. Отмычки, там ящики, хоть что-нибудь. Вообще ничего. Кастера на Литл Битхорн. Однако мой разведчик видел его. Сюда, к нам в зал, идет Букер Дэвид. Дэвид, мы звали его белым индейцем в Ундетни. Сколько жутких трофеев он собрал. И такой человек, как он, может помочь нам, наконец, обрести покой. Короче, суть в том, что мне нужна одна отмычка, потому что я не хочу там заново сюда столько бежать. Я не знаю, через какой промежуток времени коробки вообще исчезают, это все дело. Ладно, потом, если что, вернусь туда. Ну это ж обман, это обман, 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 обман. Лампа фиг. Еще не все, солдат! Дело надо довести до конца! Стреляй! Ты не человек! Ты оловянный солдатик! Нажмите, чтобы выстрелить электрическим разрядом. Зажмите и отпустите, чтобы создать электрическую ловушку. Ты пожалел? Нет, жалость. Теперь его схватит Комсток. К этому вообще привыкаешь? К убийству? Быстрее, чем ты думаешь. Не хочу его убивать. А вот молнии у нас до хера, это очень хорошо. Ну вот мычку мне еще нужно одну все равно, чтобы потом... Ой, это возвращаться. Ладно, пофиг. Только... Знаешь, похоже, энергетики очень сильные. Я попробую снабжать тебя солями. Спасибо. А можно не надо? Мне бы отмычку. Я был бы не против. Ты
Дай отмычку, пожалуйста. Ну, Букер, не думай о словах Слейта. Ты сам мне объяснял. Иногда просто нет выбора, если хочешь выжить. А если получаешь удовольствие от процесса? Букер. Ты славный человечек. Поэтому чем меньше ты обо мне знаешь, тем лучше. А выход тут закрыт. О, ты заработал. Так, алло, если... Ясно. Короче, ясно, понятно. Электричество! Искры! Руки! Блин, а где мне теперь ходить искать это отмычку? Сука. Ладно, нет, давайте я здесь останусь. Здесь закончим. Это мы в город возвращаемся. Вернемся в город, мы... Где-то было такое вот место, где можно было запустить аппарат. Заберем там, короче, что будет лежать. Если повезет на отмычку, я вернусь по фасту сюда и открою сундук. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.